Еще в начале прошлого столетия местность за улицей Восточной была заболочена. Однако все изменилось со строительством главного учебного корпуса Уральского политехнического института. Сегодня преемником УПИ является Уральский федеральный университет, который стал местом притяжения для всех горожан. Мне очень интересно здесь бывать, потому что это ключевое место города. Хотелось бы, чтобы это было, так скажем, жизненной платформой для молодых людей, которые здесь получают профессию и живут, и занимаются спортом. То есть это такой бурлящий центр, скажем так. Ну и, собственно говоря, такой ключевой смыслоноситель того, что происходит. Мне здесь довольно-таки сильно нравилось во время Венского кинофестиваля. Это было интересно и приятно, и вообще клево, когда много людей тут ходят и слушают, и наслаждаются этим, чувствуется какое-то единение с народом. Как будто образование какого-то единого разума. Тузгородок дал Екатеринбургу самый мощный образовательный потенциал среди всех районов. Здесь сформировалась особая атмосфера, интеллигентная и очень спокойная. В Тузгородок место еще и экологичное. Зеленые аллеи дополняют тихие кварталы, а дендрологический парк стал любимым местом для отдыха. Вот это место считаю наиболее подходящим для прогулок, семейных прогулок, даже самостоятельных. Здесь хорошо гулять, здесь очень живописно, здесь много зелени, здесь очень уютно. Конечно, куда бы ни, как ни в этот парк прогуляться, здесь есть и возможности для прогулок. И для детских каких-то игр, занятий, развлечений, и для того, чтобы покормить белок, покормить уток. В общем, по-настоящему отдыхаешь душой. Тузгородок был и остается районом разных архитектурных стилей. Одно из примечательных зданий – это баня на Первомайской. Эксперты говорят, что оно построено в стиле ложного классицизма, так как в нем нет симметрии и нечетное количество колонн. Существует легенда, согласно которой Никита Хрущев, узнав про появившуюся на Урале баню с колоннами, подметил: в Свердловске построили баню как театр, а театр как баню. Расширяйте свои знания о городе, путешествуйте по районам и открывайте для себя новые и интересные места.